В рамках благотворительной акции «Наши дети» в Центре дополнительного образования детей и молодежи уже не первый год проводят цикл мероприятий. 2018 год не стал исключением. В 20-х числах декабря здесь стартовали новогодние спектакли. Всего их будет показано 9. Актеры только наши ученики и преподаватели. Они очень к этому долго готовились. И мы считаем, что дарить от детей другим детям спектакли, это может быть больше нужно нашим детям, нашим актерам, для того, чтобы вырастать такими людьми, сочувствующими, сострадающими, общительными. Сами актеры признаются, перед выходом на сцену очень волнуются, но когда видят счастливые и заинтересованные глаза зрителей, страх исчезает, появляется желание творить, дарить сказку и волшебство. Довольно было страшно, эти новые эмоции, слегка нервничал. Вот. Ну, а сегодня уже это не первое выступление, что чувствуешь? Не первое выступление, не так страшно, плюс для детей, это ведь для детей все-таки, не так уж должно быть страшно, ты должен поверить в себя, ты должен почувствовать такое настроение. У нас уже 5-я сказка в Центре внешкольной работы. В такой благотворительной акции мы тоже принимаем участие. Хочется подарить детям добро, чтобы они тоже смеялись, как и мы. Шла подготовка около 2 месяцев, даже может больше. Мы решили принять участие, так как это очень важно. Лично для меня это очень важно. Я хочу дарить детям радость, счастье, чтобы они улыбались. Хочется устроить хорошую новогоднюю сказку для детишек, чтобы они посмеялись, порадовались, сделать им хорошее настроение перед новогодними праздниками. Гости представления – юные жители областного центра от 4 лет и старше. В один из дней мероприятия посетили воспитанники центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Веда» и «Стимула», а также ребята, которые борются с онкологическими заболеваниями. Посильную помощь в проведении мероприятия оказывают и организации города над Бугом. К примеру, в числе постоянных союзников – Брестский городской Красный Крест. Всегда эти праздники проходят со слезами на глазах, и мы очень рады, что мы можем хотя бы как-то их отвлечь, их и их родителей, от своих переживаний, от всего, в общем-то, от страданий, переживаний. И мне всегда хочется им пожелать терпения, здоровья. Ну, мы кроме того, что мы вот сегодня новогодний утренник проводим этим деткам в центре, мы еще поздравляем, волонтеры поедут, Дед Мороз и Снегурочка на дом, те, которые не смогли по каким-то обстоятельствам прийти на утренник. Поэтому это традиция Брестской городской организации. В сборе подарков Красному Кресту активно помогали неравнодушные жители города над Бугом, которых представители организации не устают благодарить. Анастасия Стропко, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».